Всем привет! Хочу поговорить на тему типов голосов и насколько это все важно, неоднозначно и древняя система в том числе. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, приходите на онлайн-уроки. Короче, в чем основная идея? Хочу на каком-то конкретном примере поговорить. Допустим, у нас есть... скажем, лирическое сопрано. Вот вас типировали как такой голос. Что вам это дает, да? Начнем с того, то, что даже уже если есть эти лирические сопрано, которые поют репертуар этого лирического сопрано, все равно они все очень разные. И это только если мы говорим про оперную музыку. А если мы говорим про эстрадную, что нам это дает? Это ровным счетом ничего. С другой стороны, тип голоса, по идее, определяется вашим тембром. И если у вас есть какое-то лязгание в тембре, вы, скорее всего, в мужском голосе будете басом, а не тенором. Если у вас много высоких обертонов и, конечно, подходит диапазон, то это будет тенор. Но бывают голоса достаточно широкие по возможностям, как тембровым, так и диапазонистым возможностям. И кто ты по типу голоса? Допустим, если взять того же Майкла Спайреса... который поет оперу. Кто он? Баритон-тенор. Он говорит баритенор. Димаш, кто по голосу? Баритон-тенор. Тоже непонятно. Ну, скорее всего, конечно, тенор. Но что нам дает это типирование? То, что, скорее всего, в опере он бы пел тенора, да, Димаш? Но он поет эстраду. Соответственно, не до конца это корректная система. Потому что есть баритоны, которые поют высокую тесситуру, выносливые баритоны. Есть тенора, которые спускаются в нижнюю до. До большой октавы. Но это их не делает не тенорами. На первых порах, когда ты учишься вокалу, это очень сильно путает, потому что ты пытаешься как-то самоопределиться, думаешь, а кто я по голосу, а что это? Лирический тембр? Драматический? Это тенор? Это баритон? Это сопрано? Или это меццо-сопрано? Но ты узнаешь это только потом, только в контексте. Когда ты пропеваешь, допустим, одну и ту же песню в разных тональностях и начинаешь понимать то, что здесь ты прозвучал лучше, здесь твой голос звучал органичнее. Допустим, я могу пропеть одну и ту же песню в разных высоких, низких, средних тональностях, но в какой-то из них будет голос звучать выгоднее. И, соответственно, скорее всего, это моя органика, это та форма голоса, та выстройка голоса, которая именно моя. И это определяется так. Соответственно, если вам хочется типировать ваш голос как-то, да, пойте больше песен от начала до конца. И все постепенно станет явным. Вы наслушаетесь ваших же записей и поймете то, что, о, здесь лучше, это органичнее, а здесь что-то не хватает. Хочу еще одну тему поднять. Я помню, был где-то 2 года назад, такой челлендж у вокалистов, когда они перепевали разные фрагменты из, допустим, опер или каких-то, в принципе, песен. Caught in a bad romance.
И получилось то, что одну и ту же мелодию из оперы «Богема» пели и баритоны, и тенора. Это был отрывок из «Кеджель де Манина» «Ла Сперанса». И понятно то, что тенора там звучали органичнее, но баритоны тоже. Пробовали, и там в комментариях начиналось: «А, на самом деле, вы можете взять эту верхнюю до, но нужно сделать так, 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 так и так». И, допустим, есть классный баритон. Я его сейчас покажу. Лукас, не помню, как читается фамилия, Митчем, по-моему, ну ладно, не могу вспомнить, вставлю его. Вот, и он тоже пробовал этот фрагмент петь, и он здорово поет. Он поет ведущие партии очень хорошо. Но даже ему говорили то, что: «А, слушай, это как-то не очень». На самом деле ты тенор, но просто поджатый. А на самом деле чувак поет этим голосом очень хорошо, давно и знает его вдоль и поперек. Эти все диванные советы ничего абсолютно не стоят. Так что слушайте себя. В общем, основной посыл этого видео. То, что тип голоса можно определить через тембр. Возможно, через диапазон, но это не точно. Потому что все очень гибко. Вот, да даже с тембром есть люди, которые очень хорошо умеют менять голоса, которые с баритоновым тембром лезут наверх. И, опять же, ровным счетом наоборот. Вот. То, что голос можно определить скорее в репертуаре. То есть ты поешь большое количество песен и смотришь, смотришь, слушаешь, слушаешь, начинаешь только тогда понимать, что есть на самом деле. Но большое количество песен не отрывками, а от начала и до конца. Вот прям чисто полностью ты пропеваешь вот эту вот штуку басовую и понимаешь, что ты ее не выхиливаешь. Или выхиливаешь, но что-то чуть-чуть не хватает, да? И... возможно, есть какие-то плюсы. Ты такой: ага, значит, здесь есть какой-то задел, имеет смысл. Пропеваешь другую, понимаешь, что здесь ты совсем в сравнении с другими, допустим, баритонами или тенорами, никак не звучишь. Вот, и тогда постепенно ты уже узнаешь, что возможно, что ты ближе к тем или к тем. Но это все ровно так же работает, как с типами темперамента скорее, да, есть. Флегматики, холерики, меланхолики и чистых типов, как правило, нет. Все смешано. Вот. Но нам хочется к чему-то себя относить. Это узнается все в процессе и потом. Так что если вы мучаетесь самоопределением в своем типе голоса, присмотритесь к репертуару, записывайте себя на диктофон, переслушивайте, сравнивайте все это с другими певцами, и все станет достаточно понятно и просто. Всем удачки, хороших вечеров, вкусных чаев.